Здравствуйте, уважаемые блогеры. Это я снова, Алексей Борисович, город Пермь. Вот я здесь бываю часто, это кафе Каре. Почему Каре назвали, я не знаю. Не по-русски. Каре тут, Коломбо, Боломбо. Ну тут живут в России, а все вот это. Как топуасы в Африке, вот они там тоже. Две свалки и презервативы рваные. Ну кока-кола, видите, хороша, овны. Вот такие у нас тоже попуасы, видите. И все придурки, вот Каре. Ну, кафе написали бы, что он там по-русски. Матрешка там еще, ну, нормально, нормально. Вот сидят. Сидят. Так что вот. Так что вот такая ситуация. Вот это парикмахерская аптека здоровье. Ну, нормально назвали. Назвали хорошо. Агентство недвижимости. Проспект. Привожу. Хорошо. Вот такая ситуация.